Друзья, приветствую вас на своем канале. Перед вами монета 1 доллар США 2010 года из серии президента США. 14-й президент Франклин Пирс с 1853 года по 1857 год. Франклин Пирс родился 23 ноября 1804 года в Хиллсборо, штат Нью-Гэмпшир. В семье губернатора и генерала революции Бенджамина Пирса. Франклин посещал Боудин-колледж, а получив юридическое образование, сразу пошел в политику. В 25 лет уже был депутатом парламента Нью-Хэмпшира. 4 года спустя представлял свой штат в Палате представителей. Еще 4 года спустя стал сенатором. Когда в 1846 году разразилась война против Мексики, Пирс добровольно пошел в армию и в течение короткого времени прошел путь от капрала до бригадного генерала. За время продвижения от Веракруса до Мексико-Сити он неоднократно проявлял храбрость. Падение с лошади лишило его кульминации военной карьеры. В 1850 году был президентом конвента, созданного для пересмотра Конституции Нью-Гэмпшира. Супружеская жизнь. Джейн Пирс страдала депрессиями и туберкулезом. Сам Франклин был алкоголиком. Первый сын супругов Пирс умер в грудном возрасте. Второй умер в 4-летнем возрасте от тифа. А младший погиб в возрасте 11 лет в железнодорожной катастрофе 9 января 1853 года. Незадолго до вступления Франклина Пирса в должность президента. Президентские выборы 1852 года Франклин Пирс выиграл подавляющим большинством. 254 члена выборной коллегии отдали свои голоса за него, только 42 против. Когда Пирс в 1857 году прекратил политическую деятельность, лишь немногие современники горевали о нем. Пирс умер 4 года спустя, после окончания войны, 8 октября 1869 года, в Конкорде, Нью-Гэмпшир. Только полвека спустя был установлен памятник, который напоминает о нем. Итак, перейдем к монете. Номинал 1 доллар, год выпуска 2010, материал медь, покрытая марганцевой латунью. Вес монеты 8,1 грамма. Диаметр 26,5 мм. Толщина 2 мм. Тираж монеты 38 220 000 штук. Средняя стоимость монеты 145 рублей. А на этом все. Если вам понравился обзор, оцените его, пожалуйста, лайком или лайком. Спасибо, друзья, за просмотр.